22 июня 1941 года – одна из самых трагичных дат в истории нашей страны. День памяти и скорби – начало Великой Отечественной войны. В этот день в районном центре аула Кашхабль у Вечного огня состоялось возложение. В церемонии приняли участие глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, заместители главы района, глава Кашхабльского сельского поселения. В знак уважения к тем, кто защищал нашу Родину ценой своей жизни, собрались представители различных организаций и учреждений района, а также старейшины аула. В ходе митинга участники почтили память погибших в годы войны минутой молчания, после чего возложили венки и цветы к мемориалу. Митинг стал данью памяти и уважения нашим героям, которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.